полтора килограмма яблок, 500 грамм груш вместе со шкуркой. Сейчас я буду пересыпать им это все 500 грамм сахара в алюминиевый таз. Пусть отстоится, даст сок, тогда буду варить. Вся вот эта масса 2 килограмма, я ее пересыпала слоями. Всего 2 кружки, 500 грамм. 2 кружки стандартных, где-то, наверное, как стакан. Вот такая вот кружка, 2 таких кружки полных. И вышло ровно 500 грамм. Теперь я оставила, чтобы это все дало сок. Не будем добавлять воду. Подождем, пока даст сок. Когда даст сок, буду варить. После того, как чуть поварим, потом блендером все это смешаю. И еще будем уваривать. Через несколько часов, прошло пару часов, сок яблоки с крушами дали. Я поставила на газ. Сейчас все это буду варить. А пока прокипячу крышки. Буду стерилизовать крышки. Для того, чтобы закрыть потом в банке. Блендером все это измельчила. Теперь надо стоять, помешивать, уваривать. Оставлять нельзя, она брызгает. Делает так. Ой! Вот так вот делает. Поменьше газ и мешаем постоянно. А то вот такие бульки по всей кухне разлетятся. Банки я помыла. И стерилизованными крышками закрою. Поставлю стерилизоваться на сутки. Под одеяло. Вот и все, моя повидло готово. В принципе, чтобы закрутить в банке, у меня уже ничего не надо. Мне не обязательно уваривать там что-то. Достаточно, вон, банки у меня уже стоят подготовленные, крышки прикипятились. Вот сейчас закипает, да, там кипит все это дело горячим. Разливаешь в банки, закупориваешь, ставишь на сутки стерилизоваться, и будет хорошо храниться. Ну, просто когда вы баночку откроете, ее надо быстренько будет съесть, а не там год она у вас под пластмассовой крышкой. Конечно, быстренько испортится. У меня тут сахар по чуть-чуть. На 2 килограмма 500 грамм сахара. Ну, прошло у меня, наверное, несколько месяцев, наверное, с тех пор, как я делала яблочно-грушевое такое вот пюре. Больше для пирогов. Оно не как варенье, а как свежее. Почти вот по вкусу. Ну, чуть-чуть припущенное. А в основном вот прям, ну, как баночка детей покупаешь пюре. Вот то же самое. На вкус обалденно вкусно, не очень сладко. Я не делала приторно сладко специально. Сахара много не добавляла. Не растечется. Не очень сладко. Пирожки будут отменные. Советую. Получается очень вкусно. Вот видите. Обалденно.